Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, в веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и же везде сый. И вся исполняя сокровища благихижни подателю, приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наше. Святый, пости, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, в веки веков. Аминь. Отче наш, и же и на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле хлеб наш насущный должен мне, если остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь меня и спаси душ нашим, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце наш, Тишем Патриархе Кирилле, Господине, Отце нашим, Блаженнейшем Митрополите Онуфрии, Господине нашим, Высокопреосвященнейшем Митрополите Агафангеле, честным пресвитерстве во Христе Диаконстве, всем притче людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже милостью на нынешнее благодарение и мольбу нас, недостойных рабов своих, пренебесный свой жертвенник приятий, и благоутробно помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже не возглушайтесь благодарением нас, непотребных рабов своих, еже о приятых от него благодеяниях, во смиренном сердце приносим, но яко кадило благовонное, всесожжение тучно благоприятное ему да будет. Господу помолимся. Господи, еже не послушайте глаз моления нас, недостойных рабов своих, и доброе намерение и желание верных своих. Во благое всегда исполните и всегда, яко щедро благодеете нам, и церкви своей святе, и всякому верному своему рабу прошение даровате. Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже избавите церковь свою святую и рабов своих, Игоря, Светланы, Виктора, Фатини, Ольги, Татьяны, Людмилы, Натальи, Алены, Марины, Ольги, Анатолия, Татьяны, Ольги, Сергия, Елены, Евгения, Павла, Виталия, Алексея, Александра, Анны, Марии, Сергия, Марины, Артура, Михаила, Валерия, Максима, Леонида, Анастасии, Натальи, Ольги, Софии, Татьяны, Надежды, Вероники, Ирины, Марии, Сергия, Андрея, Дмитрия, Тамерлана, Алексея, Константина, Виктории, Павла, Иоанны, Сергия, Натальи, Дмитрия, Татьяны, Льва, Бориса, архимандрита Алипия, иеромонаха Макария, иеромонаха Иоанна Фана, иеромонаха Матфея, протоиерея Игоря, протоиерея Андрея, протоиерея Сергия, протоиерея Артемия, протоиерея Всеволода, протоиерея Михаила, иерея Иоанна, иерея Василия, иерея Александра, Ирия Николая, Ирия Алексея, Ирия Александра, Ирия Андрея, Ирия Алексея, Ирия Антония, Антония со сродниками, Валерия со сродниками, Александра со сродниками и всех нас, от всякие скорби, беды и гнева, и нужды от всех врагов, видимых и невидимых, здравием же и долгоденствием, и миром, и ангел своих ополчением верных своих всегда оградите. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Так уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благодар несущий недостойный рабе Твоей, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славящи Тебя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие и рабски любовью вопием Тебе.
Благодетелю спаси наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоих благодеяний и даров, туни, яко, раби, непотребни, сподобшиеся, Владыко, Тебе усердно притекающее благодарение по силе приносим и Тебе, ко благодетеля и Творца, славящего пием, слава Тебе, Боже, прещедрый ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородице христианам, помощнице Твоей, предстательство стяжавшей раби Твои, благодарны Тебе вопием, радуйся, пречистая Богородица Дева, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, едино вскоре предстательствующая. Премудрость к Ефесеям, послание строго апостола Павла, чтение вонме. Братья, ко чада света ходите, плод бы духовный есть во всякой благостыне, правде и истине, искушающий, что есть Богу угодно Богове, и не приобщайтесь к делам неплодным тьмы и паче же и обличайте бываемое, бо от и от них сравно есть и глаголоте, вся же обличаемая цвета являются, все бы являемое свет, если го ради глаголит, восстань, спя и воскресни от мертвых и освятит тебя Христос, блюдите, убо как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же премудрый, искупующий время, яко дни и лукави суть, сего ради не бывайте несмысленные, но разумевающе, что есть воля Божия, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но паче исполняйтесь духом, глаголющий себе во псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающий и поющий в сердцах ваших Господи, благодарящий всегда во всех во имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу, повинуешься друг другу в страсти Божией. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. От Луки святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вонме. Во время оно, входящий Иисусове, в некую весь ретошего 10 прокаженных мужей, и же сташе издалеча, идти, вознесуши глаз глаголюще, Иисусе наставниче, помилуйны, и види в речи им, шедше покажитеся священником, и бысь идущим им очистишеся, един же от них, видев, яко исцеле, возвратися со гласом, вели им, славя Бога, и подениц при ногу Его хвалу Ему воздая, и той без самарянин, отвечал же Иисус рече, не 10 ли очистишеся, да 9 где, как они обретошеся, возрачься дать и славу Богу, токмо и на племенник сей, и рече ему, восстав, иди, вера твоя, спасет тебя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем, Тебе, привечного Отца, вся земля величает, Тебе, все ангели, Тебе, небеса и вся сила, Тебе, херувимы, серафимы, непрестанными гласы взывают, свят, 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 Господь, Бог Саваоф, полный суть небеса и земля величества, славы Твоя, Тебе, преславные апостольские лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует Святая Церковь, Отца непостижимого Величества, поклоняемого Твоего истинного единородного Сына и Святого Утешителя Духа, Ты, Царю славы Христе, Ты, Отца Пресносущный, Сыне Иси, Ты, ко избавлению приемлею человека, не возгнушался Иси девического чрева, Ты, одолев смерти жало, отверзлась и верующим Царство Небесное, Ты, одесную Бога сидишего, славе очи и судья, прийти верившися, Тебе убо просим, помози рабом Твоим, их же честную кровь откупил еси, сподобие со святыми Твоими, вечной славе Твоей, царствуйте, спаси люди Твои, Господи, благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки, во вся дни благословим Тебе». И восхвалим имя Твое во век и во век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, буди милость Твоя, Господи, на нас. Як уже уповахом на Тя, Господи, уповахом. Да не постыдимся во веки. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Богослова, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, слава Тебе, Христе Боже, упование наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, стык славных и всех вальных апостолов, всех святых помилует, спасет нас, яко благо человеку любец. Аминь. Благословение Господне на вас, так благодатью человеку любим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь.